25 июня, горох, прямой посев, 600 гектар, здесь где-то массив под прямым посевом, предшественник ячмень, в целом горох ровный, в прошлом году также сеяли горох прямым посевом в другом хозяйстве, он был такой волнообразный, но в то же время дал неплохой урожай в пределах 30 центнеров. Для прошлого года это была хорошая урожайность. В этом году относительно поздний сев. Горох уже сеялся, заканчивался уже сев в мае, где-то в первой декаде. Погода была, ну, не сказать, что погода плохая была. Погода просто была... Были дожди, и для прямого, именно по прямому севу как раз возникали проблемы. Сеялка гребла не давала. То есть сеялка не могла посеять в солому, потому что загребала. Это всегда как бы проблема для сеялок прямого посева. Ну, как правило. Может быть, не для всех, но во всяком случае для тех, с которыми приходилось работать. Это сеялка как Great Plain, где идет колтер и дудисковый, потом следом сошник. И как Амити, где идет один только, наверное, его можно назвать турбонож. Так, в целом, посев поздний, относительно этого позднего посева горох хорошо выглядит. Это еще прямой посев, здесь были свои нюансы тоже. Как бы никакой речи там о физической спелости почвы здесь и не было. Здесь нужно было посеять, потому что сроки уже и так уходили. Но в целом, вот то, что здесь сейчас на поверхности, ну, неплохо, неплохо. Горох невысокий, горох только, можно сказать, зацвел. Да, только зацвел. Хотя 25 июня, ну, может быть, все же погода будет на стороне гороха. И дождики выпадут, и все здесь будет хорошо. Так что посмотрим.